Классика детективного жанра. Главного героя делают преступником, в то время как настоящий преступник уходит от ответственности. Руководитель областной службы по охране объектов культурного наследия Виталий Барышников, который пытался спасти от разрушения памятник военного зодчества «Красная казармы», сам стал фигурантом уголовного дела. Это может быть штраф, исправительная работа, условное наказание. Может, наверное, и реальное наказание быть, не знаю пока. Руководителя службы по охране объектов культурного наследия обвиняют в халатности. Согласно материалам дела, он бездействовал, когда сносили красные казармы. Сам Виталий считает обвинение необоснованным. Вернемся к началу этой запутанной истории. 2006 год. По словам Виталия Барышникова, в это время у красных казарм появляется новый хозяин, который отказался подписывать охранные обязательства. Это тот документ, который подтверждает, что владелец памятника согласен нести за него ответственность. Соответствующее требование службы по охране объектов культурного наследия собственник игнорировал. Затем, опять-таки, незаконно это целевое использование земельного участка в собственности, находящейся у госпожи Винокуровой, было переоформлено на строительство многоквартирных домов с подземной автопарковкой. Кульминация этой истории известна каждому иркутянину. На территорию казармы приезжает тяжелая техника и уничтожает второй корпус архитектурного комплекса. Виталий Барышников обратился в суд с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев красных казарм по статье «Уничтожение памятника культуры». Дело благополучно расследовалось, как мы выяснили совершенно недавно, до марта этого года и было закрыто по загадочным для нас обстоятельствам, причем поскольку мы были заявителями, как лицо пострадавшее, да, то есть нас даже не уведомили о закрытии уголовного дела, что, ну, как минимум странно. Дело по факту уничтожения памятника закрыто и почти одновременно возбуждено другое по факту халатности. Получается, что люди, которые снесли памятник, не виноваты. Виноваты те, кто пытался им помешать. По мнению председателя Союза журналистов России в Иркутской области Александра Гиммельштейна, такое совпадение можно считать оскорблением, нанесенным общественности города. Именно в 2011 году Общество охраны памятников, иркутские СМИ ведущие и служба по охране культурного наследия области предприняла все для того, чтобы предотвратить вот тот вандализм, который произошел. И только совершенно удивительное хладнокровие правоохранительных органов и целого ряда контролирующих структур, вот их хладнокровие привело к тому, что собственники посмели, игнорируя все требования федерального закона, уничтожить памятник. Участники истории, в центре которой исторический памятник «Красная казарма», ждут развязки. По их прогнозам, все точки над «и» должны быть расставлены в конце весны. Именно к этому сроку, по распоряжению губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева, обстоятельства этого запутанного дела должны быть выяснены. Анастасия Зверькова, Константин Синицын. Новости сейчас.